Всем привет, ребята, меня зовут Ирина Ясинская, и вы на моем мистическом канале. Сегодня, ребята, мы заказали офигенную штучку на сайте Darknet. Ребята, вы все уже знакомы с этим сайтом, и многие знаете, что там всякая всячина продается просто, которую нигде и никто не может никогда найти. То есть я целыми днями и ночами листаю этот сайт, чтобы выбрать для вас что-то интересное и то, что я могу финансово себе позволить. Ребята, от вас требуется только поставить лайк прямо сейчас, ведь вы знаете, чем больше лайков, тем чаще видео. А также не забывайте подписываться на мой канал, нажимайте красную кнопку внизу под этим видео, чтобы она стала серой, ну и, конечно же, на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Но если вам очень понравятся мои видосы, то делитесь с ними с друзьями в таких социальных сетях, как ВКонтакте, Одноклассники, ТикТоки и просто на любых платформах. Я буду вам очень благодарна, ребята, и подписывайтесь на мой Инстаграм, нижнее подчеркивание Ирина Ясинская, на мой ТикТок Ясинская 58. Все ссылки вы найдете в описании, ребята, или просто набирайте Ирина Ясинская, и вы найдете меня во всех соцсетях. И подписывайтесь, 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 ведь скоро настанет 500 000, ребята, 500 тысяч подписчиков. У нас прямо чуть-чуть не хватает, ребята. Ну ладно, короче, вы видите, у меня на столе сейчас находятся бабосики. Это денежки, это рубли. Те, кто не знает, ребята, это русские деньги. Русская водка, смогу сказать. Русские деньги, короче, 5000-ные купюры. О, стоять, не улетать. Короче, ребята, я сегодня заказала, и сейчас, прямо сейчас иду оплачивать жвачку Бенди. Настоящую жвачку Бенди. Стоит она 45 тысяч рублей. Или где-то около там 600 баксов, это получается, да? Ну, где-то рядом там 540, короче, если в долларах. Ну, грубо говоря, ребята, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 45 штук сейчас, короче, настоящих бабосиков мы сейчас положим в указанном месте, и потом курьер заберет и поменяет эти деньги на жвачку Бенди. Так, ребята, наши задачи, чтобы просто нас реально никто не спалил. Мы упаковываем это, чтобы не пошел дождь, потому что курьер забирает денежки на следующий день, как это ни странно. Поэтому они пролежат там целую ночь, после чего появится жвачка. Ну, я надеюсь, что она появится, если курс доллара не возрастет и цена не поменяется. Прямо сейчас мы идем оставлять эти деньги. Итак, ребята, сейчас мы отнесем этот пакетик с денежками. Ба, Алисе звоню. Зачем-то, господи, какой-то кошмар. В общем, одним из условий является то, что я положу этот пакетик в указанном месте, да, ребята, и сфотографирую, отправлю курьеру сайта Darknet и буду ждать его ответной фотографии с изображением Бенди жвачки. Так, ребята, мы договорились, то, что я оставлю свой конверт здесь. Так, короче, я вот так вот кину и его прихлопну, чтобы не улетели. Так, сейчас осталось сделать фотку, что денежка оставлена. Итак, ребята, отлично. Фото готово, а мы ждем жвачку Бенди. Итак, ребят, только что я получила смс и вот такое изображение, только я пока не вижу жвачки Бенди. Такое ощущение, что просто растрепали пакет с деньгами. Ну, давайте поспешим, быстрее проверим. Так. Ребят, реально, это настоящая жвачка Бенди, которую мы купили на сайте Darknet. Короче, ребята, сейчас мы ее попробуем. И вообще говорят, что типа может начаться какая-то фигня, если ты съешь, например, всю пачку этих жвачек. Короче, сейчас посмотрим, я вам скажу, какие они на вкус. Сейчас вернемся домой и попробуем жвачку Бенди. Какой косяк. Дом мистики надо было делать повыше, потому что я ростом 1,75 м вообще не помещаюсь в этих маленьких домиках. Ребята, поставьте лайк, если вы хотите огромный дом мистики. Или вы знаете, я нашла офигенное местечко. Поговаривают, что там жили предки самой ведьмы. И там постоянно умирали люди просто так.
просто ни с чего, вообще ничем не болея, абсолютно здоровые люди умирали в этом доме. Короче говоря, я хотела бы снять этот дом, это вот специально, короче, как дом-призрак, ребят. Он нереально стрёмный, я пока не решаюсь вообще его посетить, но если вы хотите, напишите: Ира, сходи и поживи в доме-призрак. Даже Лаки, он беспокоится. Короче, ладно, вернемся к Бенди. Вот такая жвачка Бенди. Посмотрим. Ребята, тут даже есть все штрих-код, что это все не подделка. Тут написано вот это bubblegum, то есть жевательная резинка. И написано Бенди. Бенди. Ну что, давайте откроем. Откроем жвачку Бенди. А, блин, под ноготь залетело. Фигня какая-то. Так, открываем. Так, ну на вид обычные белые жвачки. Сейчас мы их попробуем высыпать. Почему-то они не высыпаются. Ну-ка, во. Вот, обычные белые жвачки. Сколько их тут штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сейчас я их понюхаю. Странно. Пахнут они тоже чернилами. Пахнут чернилами. Черными. Так, ну давайте одну попробуем. Честно говоря, вкус, сейчас передам, такой кислый, нереально, прям кислятина. Короче, но есть можно. Я не знаю, что будет происходить или не будет. Но есть можно. Поэтому, ребята, прямо сейчас поставьте лайк. И я прямо сейчас съем все эти жвачки. Я знаю, что вы этого хотите. Я тоже хочу попробовать. Интересно, что получится. Возможно, я превращусь... Блин, это невозможно. Она реально кислая. Возможно, я превращусь в настоящего Бенди на некоторое время, ребят. Я не знаю. Короче, ладно, все. Раз, два, три. А. Ты все взяла? Угу. Все во рту. Все... А вот. А. Я пытаюсь их скомпоновать в один комок. Я сейчас просто умру, мне хочется попить. Не знаю. Что-то как-то странно. Что это? Я жевал жвачку. Где жвачка? Она превратилась в это. Что происходит, Ирина? Ты видел? Я ее жевала. Смотри. Это просто жесть. И она, эта жвачка стала черной. Слушай, она, может, через какое-то время меняет цвет? Смотри. Жвачка стала черной. Выброси ее быстрее. Просто офигеть. Просто офигеть. Жвачка, она покрылась какой-то слизью. Просто. Смотри, это как будто начинка из нее вытекла. Жвачка просто превратилась в какой-то г. Короче, если жуешь жвачку больше 5 минут, она превращается в какую-то вот эту грязь. И это даже невозможно держать во рту. Это просто какая-то редкостная гадость. Ой, блин, я даже говорить не могу. Ребят, никогда не заказывайте жвачку с Darknet. Ирина, что с тобой? Ирина, что происходит? Ирина, посмотри на меня.
Черт! Че это такое? Я не знаю. Че с моими руками? Походу, я превращаюсь в Бенди. Ты же выплюнула жвачку. Выплюнула? Я не знаю. Значит, что-то осталось. Покажи мне. Может, я кусочек жвачки проглотила? Рот, я не знаю. Рот открой. Я не знаю. Покажи язык. Я не знаю, что это. Че за ерунда? Дим, помоги. Воды, принеси воды мне. Помоги мне. Дай воды. Сейчас я принесу воды. Ирина! Ирина, где ты? Черт, Ирина пропала. Ирина! Ирина, ты где? Где она? Ирина! Ирина, ты где? Ирина, где ты? О, черт! Это что? Это что, Бенди? Ирина, ты где? Ирина! Ирина! Ирина, что произошло? Я была внутри черного, этого черного существа. Я была внутри Бенди. Он просто заволочил меня. Ты пропал, я в лесу встретил Бенди. Ты видел? Это была я. Я тебе говорила, что это я. Слушай, я превратилась и очутилась здесь. Смотри, у меня до сих пор это его чернила на руках осталось, ребята. Я буквально на несколько секунд превратилась в Бенди. И Дима это видел реально. Он заснял это на камеру. Это было очень круто. Жвачка просто крутая. Она хоть и противная, хоть и мерзкая, но она реально действует. Но вы никогда не заказывайте жвачку Бенди из Даркнета и не пробуйте ее. Лучше смотрите почаще мои видосы, ведь они выходят каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье. И до новых встреч в новых видосах. Пока!